Прежде всего я хочу высказать свою искреннюю признательность советникам муниципального совета, работникам правительственного управления и всем вельчанам, кто инициировал и кто поддержал открытие мемориальной доски. Это своего рода признание его скромного труда. В его трудовой книге всего одна значимая запись – Бельское троллейбусное управление, где он проработал более 40 лет. Да, он был неравнодушным человеком. Он любил свою работу, он был хорошим семьянином, он был любящим отцом, его окружали хорошие люди, верные друзья. И мы благодарим всех, кто остался неравнодушен к его памяти.